Итак, на студии есть свои мозги, на студии есть свои руки, на студии есть свои уши и, конечно, глаза. Идем знакомиться с отделом телеоператоров, конечно, если кого-то мы застанем, потому что их увидеть здесь так же сложно, как и редакторов. Они постоянно в полях, на выезде. Нам повезло, и сегодня на студии телеоператор Виталий Алексеенко, начальник отдела телеоператоров Юрий Волосов. Юра, видео – это вообще хлеб и первоэлемент телевидения. Как вам приходится работать? Потому что я так понимаю, что работа ваша связана не только с творчеством, но еще и с физическим трудом. Да, наши камерки весят так, это нелегко в среднем. Ну, весь комплект ЖК примерно как ведро водички. Ведро водички на плечо и в поля. Ну, ведро-то можно просто носить, а вам нужно еще и два... Нам еще приходится, да, и помимо тяжести, как говорится, носить, нам еще приходится и снимать, творить, смотреть на мир, так сказать, своими глазами, чтобы показать. Скажи, пожалуйста, сколько выездов в среднем в день у вас проходит? Ну, на каждого человека выездов по 5 приходится. Это конвейер, он творчество не убивает? Не убивает.